В городском округе Люберцы проходит вакцинация от нескольких заболеваний. Жители могут защититься от сезонного гриппа, новых штаммов коронавируса, а также от пневмококковой инфекции. Какие препараты есть в наличии и какое действие они оказывают на иммунную систему, расскажем в следующем сюжете. Я гриппом не болею, очень давно. Я не помню уже, когда я болела гриппом. Наверное, заслуга прививок. Я делаю ее каждый год. Делает моя семья и муж, и дети. У меня трое детей. И этот год не стал исключением. Детям делают прививку в школе, а Наталья Мальчевская пришла в поликлинику. В прошлом году она вакцинировалась препаратом «Совигрипп». На этот раз врачи предложили ей новый «Ультрикс». Противодействие гриппу гарантировано. Вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции тоже никто не отменял. Сейчас в арсенале Люберецкой областной больницы появился препарат в виде назального спрея. Она абсолютно также эффективна, абсолютно идентичен механизм действия, тоже вводится двукратно. Первый компонент и через 21 день второй компонент. Механизм действия аналогичный, но еще более сильно выражен местный иммунитет, который формируется на слизистой дыхательных путей. На сегодняшний день в округе ревакцинировано 20% населения старше 60 лет. Сделать повторную прививку от ковида врачи рекомендуют и пациентам с хроническими заболеваниями. Для жителей Люберец также доступна вакцина от пневмокока. Один укол формирует иммунитет к инфекции на всю жизнь. 13-валентный препарат вводится один раз. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.